Когда взлетели, руки уже можно будет отпустить. Работает? При посадке также, да? При посадке, да, встаем перед посадкой. Но я дам команду, когда вставать. То есть весь полет сидим спокойно, наслаждаемся. Смотрим на облака, потому что там больше ничего не видно. Шаг вперед, шаг влево. Бежим туда, куда натягивается фал. Стоим. Потихонечку пошли. Бежим, не садимся. Ага, садимся, все. Все, руки можешь отпустить. Смотри, как там повезло, в дырку попали, видишь, между облаками. А то мы с Настей прям раз в облака ушли, нас не видно, а здесь видно хорошо. Отбросим, чтобы она нам не мешала снимать ничего. Облаков не видно, Кронштадт даже видно отсюда. Он вот там вот примерно, вот там вот. Венгулера немножко покачаем. Настя понравилось. Мне в самолете понравилось летать. А тебе нет? Нет, мне нормально. Сюда летели. Вот венгуаверы. Ну как?
скажу, просто выпрямляешься, ну и сам вылезешь из подвески. То есть ты просто встаешь, как бы выпрямляешься, из подвесочки встаешь солдатом. Не надо, нормально, так летишь, да, руки под коромыслом всегда. То есть ты просто одним движением встаешь, вот просто выпрямляешься. Не надо, держи отдельную, да, вот так вот, ага. Все нормально. Солдатиком, все, стой спокойно. Ага, отлично. Пару шагов сейчас приземлимся, пару шагов вперед. Ага, отлично, идем. Все, стоим. Влево немножечко. Все, вот так вот. Еще ко мне сюда. Ага. Отлично. Поздравляю с первым полетом. Спасибо. Ну как? Хорошо. Понравилось? Ну супер. Сейчас я тебя выстегну. Камеру можешь выключить. Ну можешь сказать пару слов, конечно. Минут 15-20 перерыв. Или нет? У нас пока нет никого. У нас ученик есть. Ну, минут 10 точно есть. Ко мне подойди, Данил, я тебя выстегну из подвески. Туда ее отнесешь. И положишь. Ага. Можешь ее как рюкзак на одну сторону. На одну сторону. Осторожно.